Друг друга поняли. Глава Нижегородской области Глеб Никитин встретился с депутатами законодательного собрания региона. Разговор длился около 2 часов за закрытыми дверями. По итогам встречи стало известно, что были затронуты темы предстоящего обсуждения областного бюджета, а также межбюджетные отношения районов и регионального правительства. Речь зашла о децентрализации доходов на местах. С одной стороны, я заявил о том, что поддерживаю необходимость мотивации органов местного самоуправления на увеличение доходной базы в соответствующем районе, то есть их расходные обязательства должны покрываться или осуществляться совместно с субъектом в том случае, если их действия приводят к генерации дополнительных доходов. Не обошли вниманием и социальную политику в области. В этом направлении глава региона и депутатский корпус намерены работать сообща. Глеб Сергеевич поддержал идею создания концепции социальной политики Нижегородской области, возможно, создание нового регионального закона о социальной политике, который позволит систематизировать все действия наши совместные органы государственной власти и местного самоуправления, законодательного собрания в направлении адресной поддержки наших граждан. Я думаю, что это вот будет один из ключевых этапов нашей совместной работы, которую мы начнем уже сейчас. В целом, нижегородские парламентарии высказались о конструктивном диалоге, которым уже сейчас положено начало в отношении 2 ветвей власти. Я очень удовлетворен сегодняшней встречей, потому что, вот откровенно говоря, понимая то, что существующий парламент Нижегородской области очень разнообразен, да, то есть по партийному составу, по целеполаганию, там каждая группа депутатов пытается, может быть, как-то доказать обоснованность развития той территории, которую они представляют. Но на самом деле сегодня прошел такой конструктивный разговор, и депутаты в своих выступлениях, председатели комитетов, они высказывали свое отношение к той или иной проблеме, как констатацию проблемы, и давали предложение, как решить эту проблему. И когда Глеб Сергеевич как-то комментировал вот эти выступления, я услышал в его комментариях, наверное, то, что хотели услышать все депутаты, что временно исполняющий обязанности губернатора пришел сюда всерьез и надолго, что он намерен придать толчок развитию области. Уверен, что прагматизм губернатора и его опыт как менеджера высшего уровня, как человека, разбирающегося в финансовых инструментах, в инструментах стимулирования развития промышленности от федеральных органов власти, оно привнесет что-то новое в развитие Нижегородской области. Задел очень серьезный был сделан за предыдущие годы, то есть старт такой высокой планки, задачи стоят тоже очень амбициозные. Первой официальной встречей с депутатами остался довольный сам Глеб Никитин. По его словам, на первом этапе удалось наладить не только диалог, но и сойтись во мнениях по многим ключевым вопросам жизни региона. Разговор был очень откровенный, без купюр, без такого популизма, который иногда, к сожалению, свойственен политикам. Депутаты говорили абсолютно по сути, придерживались регламента, что я считаю очень важно. У них получалось донести самое важное, не растекаясь мыслью по древу. То есть у меня очень хорошее впечатление. Я считаю, что люди профессиональные, глубоко понимающие соответствующие сферы, которыми занимаются, я имею в виду комитеты и курирующих заместителей председателя законодательного собрания. Я думаю, что у нас будет хорошая работа совместная. Я искренне в это верю.